И всем привет! Вот мы вернулись в игру. А, прибежали уже атаковать меня. Студенты. Только что бабах был. А вон они ходят там. Надо и здесь дверь, наверное, сделать было. Чтоб можно было, блин, сюда выходить на балкончик. С этой стороны. Ты что, один там, что ли? Похоже на то, что он один. Это, наверное, с той базы, с дальней. Первый пришел. Потом эти должны прийти, но это не точно. Сумка, вон там волк лазит. О, коктейль молотого пульнул. Да, вот он поднимается наверх, стреляя с дробаша. Куда-куда побежал? О, правильно, вниз спускайся, там нечего тебе делать. Блин, опять он наверх пошел. Ладно, сейчас сходим, посмотрим, что он там натворил. Почти, почти. Надо пойти скинуть. Блин, чтобы жарилась вода. Кипятилась, то есть. А тот там все стреляет. По стрелушке. Туда побежал? Ага, это все-таки с этой базы был. Волк, а где-то там же был, ходил волк только что недавно. Правда, он возле того ящика ходил. Или нету? Может быть его грохнуть? Они опять прибегут, а ну их баню. Так, идемте посмотрим, что он там. Так, стоп. Вода скипятилась. Это поставим, пускай варится. Пойдемте посмотрим, что он там натворил. Если он что-то натворил, конечно. Ну, конечно, там вот сумочка была. И там была сумочка, и здесь. Вот она. Так, цинк не беру. Ну, нормально, пойдет. Скрабик, говоришь, лежит у волка под носом. Бежит, шоркает копытами своими. Аф, аф, аф. Так, что тут у нас приготовили? А курочка хотела зайти, я ее испугал. Так, что у вас тут по еде? Знаете, вам яблоко. Ни в чем себе не отказывайте. Нормально, еще поживет. Так, сейчас глянем, что он там сделал. По-моему, он там ничего не мог сделать один. Он сильно высоко не поднимался. О, наконец-то, две платы. Хоть что-то. Хоть что-то мне дали. А то гвозди-то скраб. Скраб да гвозди. Ну еще и берем. Ёж твою мать, вот это я вовремя подошел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фу-фу-фу, меня здесь нет. Блин, прямо в зад меня пульнули. Так откуда вы? Это курица, блин. Да ты посмотри, я ему в голову целюсь, он. Ага, сверху обошлись, зараза. Так, есть минус один. Ты ж, скотина. Ай, блин. Прям под ногами у меня. Да ты посмотри на эту тварь.
Да ничего не помню, ты что, офигел? Меня сейчас убьет. Таким макаром, блин. Ну вот, развели его все-таки. Блин, пришел посмотреть, тут прибежало стадо, блин, лосей этих. Так, что ты мне подаришь? Патрончик, ну, неплохо. Неплохо, где-то тут стрелы еще мазал. У меня их нормально пошли. Посмотрим сейчас где-то здесь. А, вот она торчит. Прям между ног у него пролетела или возле ноги. Фиг с ним, даже если что-то потерял, ничего страшного не случилось. Они еще гранаты там кинули. Так, чё? О, целёхоник. Практически нетронутый. Тут никто не подорвался? Вроде нет. О, картошка. Не каждый день картошку находишь. Так, белый. Иди в баню. Стоит там, нюхает уже воздух. Внезапное начало такое. Я думал просто пойти посмотреть. А тут как налетели, как ломанулись. Так, Олежка ходит возле сумки. Олежка, беги, а вот сумочку я заберу. Катончик дадите вот этим? Дадут. Еще раз догонят. Еще раз дадут. Ладно, идемте сейчас. Надо засеять этот лук и картон. Че, у меня там руки чистые? Чистые. И курей подкормить надо. Ну, вылазь давай. О, все, поспела. Да, да блин. Так, картон, помидорка, морковка и от... Да блин, все остальное вот этим лучком. Так, тут рано. Тут скоро подрастет, ближе к вечеру. Ну ладно, оставим пока тут. Это все в сундук. Одну картошечку. 8 этих. Нормально. Так, плату я, в смысле, это я возьму с собой. Так, на тебе. Не, там. Ладно, пускай будет. Можно бинтик еще запилить один. Подарили мне. Так, патрончик есть. Сюда его. Цельник, две платы. Так, катончик. Вот эту штуку. Это в печку. Это сюда. О, нормально. Переплавляйся. Цинка уже полно. Так. О, кажется, погодка начала портиться. А мы не поевши, не поспавши. О, нормалек. Сразу. Да, хорошая вещь, конечно. Так, это мы отдадим сейчас этой курочке. С зайчиком или кто там. Зайчик с курочкой. Так, все-таки ты пришла, да? Ну, пошли. Курица третьего, зайчик четвертого. Так, ну ладно, иди гуляй. С ними. Яйца вроде как тоже поуменьшились в количестве. Блин, ну почему вода улетает? Это ж бред какой-то. Так, давай простой водички им дадим. О, сотка то, сотка это. Забери. Будет буран. Ну, у меня есть грелка, одну используем. Что, даром я ношу, что ли?
сварилось, вот и хорошо. Это сюда помет. Яичко. А, хорошо. Вроде здесь я тоже мог сварить. Да. Так, попробуем еще эту втулить сюда. Так, давай-ка. Так, развернуть тебя надо. Вот, все ближе к земле. Так, ну одна по-любому, еще и вторая нужна. Да-да-да, еще две штуки, блин. Теперь точно видно, что надо две еще. А то так было высоко, было не совсем понятно. То ли две, то ли три. Так, ружишко, ну, верните мне. Опять. Опять скоты разломали мне пол забора. Да, все-таки, наверное, они идут и втыкаются башкой, эти дебилы. И начинают хреначить по забору. Когда же это все происходит, что я не слышу? Пипец какой-то. Пищу тут мне, блин, как раз нужен. Блин, молоток надо новый сделать, это скоро рассыпется. Но на два удара он разлетится. Незадача. Да, все-таки надо какой-то отбойник этим дуракам делать. Забора, возле забора еще мелкий забор. Чтобы они доходили до него, и причем может как-то под углом его поставить, вот так. Чтобы он их вот под таким углом, чтобы он их как бы, ну, направлял в ту сторону. Как отбойник для снега, блин. Ну, блин. Можно так будет, конечно, попробовать. Все-таки действительно они приходят и начинают, но я, правда, не слышу этого. Блин, какая-то хрень. Медведей нету, волки не атакуют забор. Точно, блин. Точно вот с этой базы приходят, фигачат меня, наверное. Может, их там кто-то подъедает из животных. Они потом мне типа мстить приходят. Короче, не знаю. Я, по идее, если они выстрелят в забор, мне должна появляться надпись. Атака. Вот она была утром. Две атаки. Но, блин, те не могут прийти. Неужели это раньше случилось? Возможно, и так. Кто его знает. Отдай себя. Что ж вы меня так любите, блин, одну ягодку тут ложат и все. Ягодка, 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 ягодка. Ну, костер. Пойти погреться. Блин. Что-то волка я не заметил. Да беги ж давай, твою мать. Скотина такая. Твою налево. Че, убили уже его? Теперь ко мне пошли. Не вижу, что ты Олежки. Так, надо пойти хворь вылечить. Блин, как похолодало-то. А еще ты тут. Бежит, не бежит? Фиг его знал. Нет. Что-то они там опять стреляют. И много. Блин, не видно уже нифига. Так где ты там? Бубнит, зараза. Чего это вдруг? Так, бляха-муха. Так, конфузик случился. Где я?
150 уже день. Что-то я не понял, где я вообще нахожусь. А вот Олежка. Я сюда бежал, что ли? Внезапно волчару не убил. Он же с третьего левела был, должен был сложиться. Видать, не все дробинки в него попали. Так, Олежка, давай, беги туда. Восстановим хронологию событий. Давай, давай. О, молодец. Атакуйте его, дурики, чего стоит? Я тут у вас пока сумочки пособираю. Да и в костре пошарюсь. Давай, вставай. Погрей заодно. Вы ж не против? Они там шмаляют где-то. А вон они. Убегают. Ну бегите. Тут еще сундучок был. Так, тихо. Прям громковато сильно. Минус 12. Однако. Я уже не удивляюсь. Это одной веревочки, одной ягодки, еще чего-то там в единственном экземпляре. Так много слотов, а тебе одну штучку только дают. Одну. И постоянно. Где они там? Что стреляют? Неужели все за этим оленем бегают? Надо посмотреть. Может, их кто-то подъел там где-то? Ага. Один возвращается. Ты какого-то... С такого расстояния меня начал стрелять. Ты ж... Да, блях, опять этот... Ну, то, правда, уже тот же самый, но только второго левела. Да не иди ты ко мне, дурень. Собака. Собака сутулая. Бежит, не бежит, нифига не слышно. Отстал. Да, они, скорее всего, в Олежку стреляли. Потому что Олежки не видно. И охотники возвращаются. Ну, не все. Вообще-то их было... Сколько? Четверо? А, молодец. Все-таки волк поработал тут. А где волк? А где бабуля? Четвертый левел. А я думаю, если бы он пятый, так и надо было атаковал бы его. Спистика разок его прорядить, а потом добрать его. О, ты смотри, он побежал все-таки. Все-таки он побежал. Так, сумочка там лежит. Пошел в баню. Сутуло горбатый. Одно перышко. Ладно. Так, что там? Минус 8. Нам жарко. Нам хорошо. Грелочка около 2 минут работает. Я уже не помню, там что-то такое. 2 минуты, либо около 2 минут. Да что ж ты промахиваешься постоянно? Так, эй, волчара, тут сумочка вкусная есть. Там может быть даже патрон быть. Стой, пока не поворачивайся. Да, блин. Это что у нас такое? Это то, что я не беру. А вот Олежка. Не понял, ты живой? Это падла.
Иди сюда, скотина. Козлы, блин, драные. И что вы думали, блин, кусать меня возле моего же порога? Сволочи. Бинтик сделал, бинтик потратим. Да ладно, одна плата. Наконец-таки. Что-то, блин, скотина на меня сагрилась так в последнее время. Давай лечись, что ты там не лечишься. 27. О, еще сундук лежит. Ты быстрее, он не лечит, а вот 29 лечится потихоньку. Что-то как-то совсем туговато. О, да ладно. Я прям еще раз сохранюсь. Беги! А то съем. Так, ну зайдем сейчас домой. Погреемся у костра. Что-то эта грелка уже перестала работать. От слова совсем. Раскрывал тут двери, сквозняка надел. Так, пора сделать, наверное, пару этих брикетов. И немножко веревок. 3 хватит, 4 пускай будет. Остальное все на веревке. На веревочке пустим. Ты смотри, даже не все влезло. Один брикет. Еще пару веревочек. Ладно, это потом с собой. Так, и того сколько мне? 5 плат, блин, одной не хватает. Одной не хватает. Мясо, мясо. О, надо поесть. Давайте рагу подъедим. Все не восстановило. Значит, яичницу еще бахнем. Здоровье опять максимум. Я опять сыт и здоров. Так, это сюда, сюда. Пипел. А, вот это. Вот эту штучку сюда. Это у нас вообще не сюда идет. А сюда. Ну вот. Воду заберем и можно опять бежать. Одна штучка. Так. О, как раз вовремя. Че, стекло или медяху? Медяху. На тебе. Ни в чем себе не отказывай. А мы пошли дальше искать. Чего-нибудь интересного. Приключение на пятую точку свою. О, попалось. Так, сколько там у нее? Нормально, еще 2 дня просуществует это. Так, ну тут все, четвертый, а ты никакой, никакой левел. Так, нате вам еще бутылочку воды, они начинают усиленно жрать втроем. Да вода что так медленно набирается? Это улучшение не работает, скорость добычи нифига не работает на 20%. Вообще. Баг в игре какой-то. Неужели так тяжело воду из-под земли высасывать? Проще, чем железо доставать. Да, действительно. Почему бы и нет. Так, сгоняем на гору шахтер, давно я уже там не был. Аж целых 3 серии. Так. Упала плата. Я могу сделать еще одну синюю плату. Сейчас вернемся. Хрюк. Хряк. Новые животные, которые он вводит, они прописываются местоположением. Потому что если перезайти, он будет на этом же месте. Ну, в смысле, там, где отбежит.
всех остальных. Не, ну это, в принципе, возможно, рано или поздно сделает так, что будут все животные сохраняться. То есть так уже не получится перезайти просто и убежать от волка. Он будет рядышком все равно появляться. Это даже еще хуже будет, потому что пока вы появляетесь, стоите, вас волк будет жрать в это время. Так же самое, как и охотники. Так, вот там сумка, кстати говоря, ящик, сумка непонятная. Олежка, ты опять тут ходишь? Иди сюда. Ну, это хоть потеплело, уже хорошо. Кирки мне хватит, чтобы поковырять немножко железной руды. То, что я делаю, то мне и дают. Молодцы. Еще забор надо будет починить, молоток сделать. Ой, блин. Даже в следующий раз они просто тупо пробьют мне уже дыру в этом заборе. Козлы эти. Че, это ящик, что ли, на камне? Похоже. А, не, нифига. Опа. Внезапная встреча. Так, закрытый ящик лежит. Ну, у меня отмычки нет. И делать ее не буду пока. Не хочу. О, швеллерочек. Так, что там на молоток вообще нужно? 4 скраба. Что там еще было? 2 доски. Ну, 2 доски это не проблема. Сейчас рубанем дерево, так будет 2 доски. Так, не ты, тройной, вот ты. Вот ты хорошо. Вот ты замечательно. Давай, подбирай сумку. Ну ладно, типа возьму. Блин, я думаю, что это за звук такой? Это свинья это. Паршивая. Питакомс вот вы свои желуди ищет. Тихо. Дадите кирку мне. Так, что тут у нас? Цинк. В смысле, калийная руда не буду брать. Вообще нет ни хрена, как обычно. Это тоже калийная руда, да? Да, сильно яркая. Да вы прикалываетесь. Вообще ничего нет. Ну, в смысле, мне нужного. А внизу? И внизу ничего нет. Может, они где-то снизу вообще висят? Плюхи эти. Да вроде нет. Ни черта тут нету. Непонятно. Ситуёвина. Перезайти? Разве что. Давайте перезайдем. Хоть такое дело. День немножко отка... А, погода, блин. Ладно, хрен с ней с погодой. Какая будет, такая и будет. Что тут? Можно курочку пожарить. О, смотри, железо появилось. Испугалась? Железяку подберем. О. Одна? Да не смешите мои тапки. В натуре одна. Ладно, перезаходим. Опять же станем на платформу. Так, перезашли. Вроде как перезашли. Так, курочка, да? Что-то не буду я теперь жарить. О! Уже вижу одну плюшку. Железюшку. Одна железка есть. Одна, прошу заметить. Не 5, не 4, не даже 2, а одна. На всей горе шахтер. Блин, да вы прикалываетесь. Да и внизу тут на этой фигне, на этом уступе ничего нет. Ну а может... Такое ощущение, чтобы здесь было только что-то лежало. Блин.
медяха. Такое себе, мне полно, ее не буду брать. Да ты посмотри. Что за ботва? Вообще нет нифига. Под снегом? Да под снегом не видно его. В смысле, снег не укрывает эти плюшки. Ну давайте еще раз перезайдем. Вот. 190 дней, получается, январь. Блин, еще долго до конца, до весны. Обалдеть можно. Так, еще раз перезашел. Так, еще одна плюшка металла появилась. Покажи, даже две. Да, две. Ну, таким образом можно и добывать. Не знаю, у Макса, как он не придет, у него там с десяток. А у меня как вообще нет нифига. Иногда 4 было, иногда 5, но это было, бывает очень и очень и редко. Ну, 16 штук есть уже. Неплохо. Еще один раз, и можно будет сделать ключик. Еще один раз перезайти. Или оббежать, посмотреть. Может, они еще не все появились. Да, они сразу должны, металл сразу появляется. Ну, в смысле, плюшки эти. Еще внизу посмотрим. Блин, внизу почему-то никогда нету. А тут иногда аж по 2 штуки бывает. О, ящик. Ящичек возьмем. Катон, быстренько мне. Быстренько катон. А катона нет. Ну ладно, не буду туда подниматься. Сейчас еще раз здесь перезайдем. Я еще одну плюшку возьму и пойдем уже к озеру побежим. Так. Мы снова здесь. О, снова сумочка рядышком. После перезахода сразу же сумочки рядышком падает. О. Курочка, если из нее, то ничего страшного. Ладно, разберем ее. Мясо-переработчик. Так, ну давай, удивляй меня. Удивило. Пока ничего нет. Да ладно. Вообще ничего нет. А нет, одна. Единственная плюшка, и то... О, железо. Две. Две, отлично. Двадцатка. Вот, есть на спичку. В смысле, нету на... Как ее? На отмычку. Я собирали. Ты посмотри, а. Катон суют, и все... В смысле, перья суют. Веревки суют, ягодки. А катон банан. Так, ну плату хоть дадите одну. В конце-то концов. Ну вот, хоть что-то. Я даже засейвился сразу. Жемчуг, это у меня только 2 штучки последних осталось. И все. Придется по максимуму это вот бежать за забор. Бежать под озеро. Ой, блин, там столько надо всего у меня. Ладно, как-нибудь перетопчемся. Там же лестниц сколько нужно, миллион, чтобы вниз спуститься. Это Олежка там ходит? По льду, да? А что ты так далеко делаешь от берега? Он показал, что лежит лучок. Попробовать, что ли, его это, заохотить. Время пока позволяет. Рога, переработчик. Да ладно тебе. Я да еще из первого раза попал, да еще и в голову. Шо, нежданчик такой, Олежка. Нежданчик, говоришь. А, он второго левела. Ну так все равно. 2 штуки рогов-то у него есть. По-любому. Так, сколько там? Еще одна кожа. Еще один скраб. Так, моем руки. Тут Wi-Fi я не проводил, поэтому здесь ничего нет. Ну и охотники новые не появляются. Так, а сундучок где-то я
видел или нет. Сумочку там. Опа. Волчара, а ты что тут ходишь? Да ё-моё. Что-то разучился стрелять. Ишь, повылазили все на лед. Блин, кожу не дал. Ну ты козел. Козел такой. Вот еще волчарк ходит. Промах. Да что ж ты будешь делать-то? Да блинский блин. Коллиматор нужен, а коллиматора нет. Ой, сильно высоко. Давай мне кожу. Не надо. О, спасибо. Так, мне домой. У меня нога, мне домой. То солнце садится. Минус 3, отличная погода. Моем руки. Набираем снежка и погнали домой. Блинская курица. Че пугаешь меня? ХПшкой своей. Так, обойдем этих наглых охотников. Так, что там, мне еще скраб один нужен? А вот он лежит, кстати говоря. Сейчас молоток и сделаем новый. Уходим. У вас тут ничего не было. Не-не-не. Сутулый. Молоточек пошел. Волк тоже пошел. Пошли, давай, тут есть площадка. Может, заодно и железка новая появилась. Он... Так, тут... Теперь порядок действий изменился. За то, что они выходят на платформу, надо их обводить вокруг сначала, а потом запрыгивать. Вот здесь вот. Иди сюда, дурень. Ну вот, шкуру дал. Так, что тут у нас? По железу-то. Голяк. Вообще ничего нет. Мне сломалась гора шахтер. И тут внизу ничего нет. Ну все, погнали домой. Опять волк. Отстань. Может, какой-то сундучок найдем? По дороге что это такое? Закрыто, что ли? А, это вообще не сундук, это земля, блин, черная. Показалось. Ни тебе, ни ящиков. Зато файбер один появляется перед носом. Прогружается раз. Появился. Кволики. Так, а че это такое наверху тут? Не сумочка ли? Сумочка, она самая. Патронов немножко потратил, вернули. Так, а железки тут у вас случайно нет? Не случайно, не специально.
Ничего нет. А вот. Ящик есть. Так, ну что, есть? И есть молоточек. Может даже и пойти починить дерево. Надо только нарубить немножко. А, гвоздей нету. Не, есть немножко гвоздей. Чуток гвоздей есть. Я даже одной штучкой не побрезгую. Срубим. Вот гады приходят и ломают забор. Да, что-то я огромную такую территорию себе, по-моему, оттяпал. Чересчур большую. Нахрена мне столько? Так, тут целое. В прошлый раз и тут было покосано. А, вот и началось. Здесь зацепили. Так. Тут вообще прям беда-беда. Беда-бедовая. Так, ладно. Тут почти проломали вообще дверь. Козлы, блин. Смотри на них, что наделали, а. Дерево. Как мало дерева падает с самого ствола. Три штучки только. Мог бы и больше сделать разработчик, имею в виду. Так, что тут где? 600, 600, 600. Почти 600. О. Опять дерево кончилось. Ну ладно. 300. Фу, блин, ты чё это пугаешь меня? Хорош мета. Ну, дурень. Да не попадай я в тебя. Да и пошел ты в баню. Дурилка картонная. Мне дерево надо. О, холодает. А тут все мечется. Может открыть дверь, это дать ему морду с ружья. Чего? Твое налево. Ну да, почти часть я видел, что не попал ему по ногам. Блин, скиёж. Ну ладно, руки-то все равно грязные. И сюда. Дверь чуть не сломали. Гвозди кончились. Ну класс. Уже светает. Ё-моё, я еще домой не дошел. А я еще домой не дошел, а уже новый день начался. Всю ночь проторчал, ну типа потеплело. Сколько там сейчас? Все еще январь. Февраль еще пока. Олежка, ты, блин, меня преследуешь сегодня целый день. Ты это прекрати. Так, жирок. Ой, блин, забыл скинуть, ладно. Руки. Руки. Так, рога сюда. Замечательно. Это в холодильник. О, и поесть надо курицу. Не, сидим вот это. Опять здоровье максимальное. Выносливость максимальная. О, опять святый здоровый. Генератор умолк. Так, что у меня здесь по энергии? 100 массы. 2. Это и скраб.
Плюс семечку долой. Одна штучка, все равно одна штучка. Так, давайте рацию скинем, она мне не нужна. Единственный экземпляр, тем более. Так что тут поменьше есть, вот ты. Мало. По-моему, лишнее скинул. Ну ладно, ничего страшного. Так, давай делай. Еще одну. О, замечательно. Костер еще пока рано. Ну что ж, а на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.